Всем привет, ребят. Обзор игры Breaking Jettis или Gattis. Хер его знает. Breaking Jettis. Взломанные ворота, насколько я понимаю. Игрушка весит игры совсем очень мало, просто. То есть, увидите. Блин, и что самое интересное, что здесь почему-то экран открывается сразу в маленьком таком режиме. То есть, у меня стрелочка выходит за пределы, как говорится, рабочего стола. То есть, хоп, все, стрелочка вышла. Я не понимаю, почему так. То есть, я не могу, как бы мне... Так, хорошо. Мы научились переключать. В таком у меня, знаете, необычном окошечке. В супер маленьком. Просмотрим геймплей. То есть на данный момент у меня мышка сейчас за пределы экрана. Меня зовут тот-то, сё-то. Подсказка для боя, чтобы удержать высокий уровень, используйте атаку. Отлично, пойдем со мной. Да, мы можем ходить, в принципе, стрелочками. Ага, я уже убежал, а тут драка. Осторожно, на нас напали. Да, капитан в опасности. То есть мы как бить-то? Как драться? То есть я не могу понять, как в принципе биться. Управления нет, ничего нет, как бы непонятно. Игру. Так я даже, что самое интересное, что я даже не могу вообще никуда выйти. То есть, видите, как... А, все, игра опять закрылась. Я не понимаю. То есть, я нажимаю влево мышкой. То есть, я не могу вообще. Управление... Как прыгать, допустим? Давайте попробуем, что-нибудь поклацаем вообще. А, может еще что-нибудь сработает у нас, что ли? Вау. То есть вот у нас есть... А, вот прыжок мы нашли. Так, стоп. О, мы нашли, как биться. То есть если что, биться, у нас цешка. А, прыжок X. Так, мы разбили, прекрасно. Так. Да, о да. Очень хорошо, теперь мы вернемся и поговорим с капитаном. Хорошо. Так, как можно, может, стоп... А, да, отлично. Нам, в принципе, мышка нахрен не нужна. В принципе. Какие-то тыковки бить, баклажан тыковки. Я не знаю, что это. Ну, правда, какие-то семена тыкв. Так, в принципе, типа, проходим обучение. Так, это монстры, научим тебя драться, всему подобное, это понятно. В принципе, переключает то же самое, цешка. Получены награды, золото, экспишки и тому подобное. Отлично. Идет сохранение данных. То есть его, по сути, можно, значит, бить бесконечно. А ты кто такой? Вот я так полагаю, наверное, торгаш какой-то, да? У него прям рожа такая. Можешь испытать свои здесь умения. А, ясно. Давай мне первое умение. Можно стать сильнее, когда захочешь. Ясно. То есть мы можем этими книжками прокачать навыки. Так, стоп. Я уже долго тренировал тело, чтобы оно приняло такую форму. Так, хорошо. Атакуйте врагом быстрым порезом. Мощная круговая атака. Ну, давай, допустим. Изучаем. И у меня есть 2000. Почему ничего не работает? То есть мы не можем. Почему-то я вообще ничего не действует.
как изучить, я имею в виду. Немного сложновато в этой степени игра, потому что я не понимаю. Пишет А, но ничего не работает, ни действие, ни Enter, ни мышка. Ладно, хер с ним. Ты торгаш, я так полагаю. Хуан. Я так и понял, что ты Хуан. Так, он 10 зельев нам дал. Прекрасно. Так, это наш сундук, да? Да, мы можем сюда складывать все что угодно. Кроме презервативов. Хорошо. Идем дальше. Так, у тебя есть задание, я так полагаю. Хочу, чтобы ты вызывает тебя кто-то на дуэль, хочет отпиздиться. Но в ежедневной миссии. А почему бы и нет? Ну, то есть здесь, видите, мы можем покупаем и все работает. И? Дальше что? И все, на этом мы закончили, да? Нашу ноту обалденную. То есть вообще ничего не работает. Из клавиш, в принципе, ни хрена не работает, честно. То есть я даже назад на данный момент не могу уйти. Видите? Что происходит вообще? Я просто, я не знаю, либо это баги какие-то, либо здесь я вообще не понимаю в настройках, здесь что происходит. Почему-то вообще ничего не работает. Так, ну ежедневные задания. Может, эвки работают? Нет, эвки тоже не работают. Я не понимаю, что происходит с этой игрой. Но может, давайте перезапустим ее проще. Потому что что-то с ней не то. Как-то все вначале запустилось совсем не по-неросски. О, теперь полный экран, ребят. Теперь открылся полный экран. Я говорю, это какой-то баг был. Да, все отлично. Сорянушки. Я говорю, как-то баганулось неправильно. Breaking Jesus got us motor special speed on fire. Что сказал, хер пойми, да? Так, хорошо. Так, продолжим приключения. В принципе, теперь мы можем мышкой спокойно. Куда хуже, какая-то она заторможенная. Вообще непонятно. Так, мы взяли задание, да, или что? Так, сохранение данных, отлично, мы сохранились. Теперь попробуем опять здесь снова взять задание. Так, я не смогу отдохнуть, королевство в твоей жесткой проблеме. Можем летучих мышей, в принципе, мочкануть, наверное. Продано. Да, все, теперь все работает прекрасно. В принципе, используем телепорт и идем, я не знаю, ну мир 2 давайте, можем туда. Пока под вопросом, в принципе, ладно. А, вот здесь до финала, да, надо дойти или как? Что это значит? Так, здесь мы ничего не можем. Так, окрестности, подожди. Может, мы не все взяли, в принципе? Давайте меню откроем, посмотрим, что здесь горит у нас. У нас есть статус. Максимальная ОС, атака. Конечно же, возьмем атаку. Предметы. Так, толстушка, привет. А, ты такая прям, ну а такая, привет, парень, ты, наверное, новичок, конечно. Ой-ой-ой, какая ты усердная. Так, дали нам шмот. Немного шмота дали. Можем, в принципе, я думаю, одеть. Получим достижение. Прекрасно. Зайдем в предметы и, конечно же, да, экипировать. Ну, поэтому нас и не пускали, наверное, соответственно. Мы можем это... Нет, а, мы можем улучшить. Хорошо, улучшим. Прекрасно. Так, мы можем улучшить меч сразу же. Хер с ним. Для чего-то же нам столько бабосиков дали, правильно? Значит, нужно использовать все. А, ну все, стрелочка. Куда ведет дорога, туда и идем, ясно. Понятно, понятно. Все очень просто, оказывается. Мы и не знали. Так, бить с разворота, вертушка, ураган.
Ух ты, не... Да... Охренеть, смотри, какой жесткий. Жесткий. Базара нет. Видали, да, как он меня какой-то, как Люкен вмазал? Отлично, мы тебя вмазали. Хорошо, прям наваляли. Сундук раскрыл. Так, мы первый уровень типа прошли, такие, оп. А можем вот это как-то хоть? Мне как-то вниз попасть надо, можно? Можно мне вниз, пожалуйста. Ну ладно, не хотите, как хотите. Ага, у меня тоже пиздец, красавчик. Всех разносит. А, так там тоже сундук. Вроде такая простая, но заманчивая игрушка на самом деле. Значит, мы можем сюда упасть и... Ой-ой-ой, фампопак у нас чуть не вел. У нас 3 хп осталось, ребят. Я думаю, мы можем, в принципе, зайти в меню. Как это я, в принципе, должен был сделать, наверное, с самого начала. А, нам стоп, нам же дали зелья, а почему мы их не использовали? Пока здесь ничего не можем. У нас нету ни хрена. Так, у нас есть предмет, это для чего? А, это материал для крафта какого-то, ботинки рваные. А, у нас ничего нет, у нас осталось, правда, совсем чутка хп. Мы можем сохраняться в любой момент. В принципе, это очень удобно, но и все очень навязчиво. Но у нас 3 хп реально, ребят. Так, зелье. Зелье жизни. Прекрасно. Это прям то, что нам нужно было. Так, мы можем использовать его. И короткий путь, наверное, скорее всего, это... Мы можем же куда-то выскочить, правильно, нет? Или либо он уже выставился. Нет. А, аж, все, короткий путь выставим. Чик. Все прекрасно прошли. Здравствуйте. Вали-вали всех. Держал в воздухе в натуре херачит. У меня какой-то питомец прям жесткий. Нормально, он троих выносит, ребята. А я тут не могу заправиться, как говорится. О, это жесткий, который. Давай, мочи его. Он так как Рокса какой-то. Я не знаю, что это за персонажи, кто их придумал. Нам, да, я так полагаю, нам надо кристаллики мочить, да, вот эти все. Давай, мы успеем. Сохранение данных идет, отлично. Мы получили какое-то достижение, не знаю, карточки эти существуют вообще, нужны или нет. Если карточки, инвентарь какой-то падает, что-то карточек, то я, конечно же, сообщу вам сразу же. Так, идет полное сохранение. В принципе, уровень, я так понимаю, мы гапнули. Раз. Все, эффект натрем. Я так думаю, можно сюда прыгнуть. А, это все, это конечка. Так, это у нас телепорт. Вот оно как, да? Вот, все, мы можем телепортироваться между уровнями, чтобы нам не бегать. Это даже упрощает немного. Молодцы, задумка хорошая. В принципе, неплохо. Больше аксессуаров, да, это у нас, то есть... Продавец оружия, всякого шмота, инвентаря, всяких вкусняшек, в принципе. Так, что мы задание выполнили хоть одно? Заверши охоту, я тебе дам награду. А, то есть, да, нам нужно убить летучих мышей. Так, дай подожди, нам надо поговорить, пообщаться. Так, обучи меня. Давай, пиздюк. Так, да, он дал нам, действительно. Я что-то поразили, видимо, я в прошлый раз умер или как-то так, да? А, да, у нас багануло. В принципе, мы можем взять вертушку. Да, подтверждаем мышкой, поэтому у нас ни хрена и не получилось в прошлый раз, в принципе. Так, поставим, конечно же, сюда. Так, тут 3500, я не знаю, есть смысл.
Так, можно ставить блок с ноги. Я думаю, мы это тоже изучим. Раз нам деньги позволяют. Поставим во вторую и все, у нас денег нету. Так, Цешка, давай нам зелье, Хуанчик. Мистер Хуанио. Хуанито. Да, теперь мы можем, да, открыть сюда и сложить, допустим, вот этот шмот, который нам, в принципе, и не нужен лишний для прокачки. А мы посмотрим, для чего нам книжки. Так, большая книга, содержащая инструкции для боя, используется для улучшения умений. Давайте еще возьмем атаки. Двадцаточка. Руководство. Ну, в принципе, вот как-то так, ребятки. Посмотрели геймплейчик, в принципе, я думаю, я не знаю, для любителей подобных игр, я думаю, это будет прекрасно и идеально просто. То есть чисто так, знаете, играть на спокойствии, без нервов каких-либо. Бей. Пришел, увидел, как говорится, победил. Ну и, конечно, не забывайте прокачивать свои оружия, умения и тому подобное. В принципе, я думаю, игра достойна лайка и достойна хорошего коммента, что ли. По крайней мере, поддерживает русский язык. Простая, в принципе, тематика вообще вся эта. Атмосфера. Но я думаю, все равно разработчики молодцы и, в принципе, заслуживают, правда, действительно большого лайка. Ну и, конечно же, меня. Не забывайте про меня, мне поставить лайкосик. Ну, в принципе, с вами был Хаил Хант. Всем спасибо, всем пока, ждите новых обзоров.